Здравствуйте. Я бы хотела поделиться отзывом об Ольге Валяевой, ее материалах, книгах и интернет-марафонах. Я начала свое знакомство с Ольгой около 5 лет назад, когда, ну, впервые тогда прочитала статьи на сайте. Меня это очень заинтересовало, стала изучать эту тему подробнее, но сильно не внедряла, скажем так. Всему, видимо, свое время, должно быть пройти какое-то осмысление. Ты должен увидеть эти какие-то моменты в жизни своей, которые ты можешь исправить и которые ты можешь улучшить. И, наверное, в этом должна возникнуть действительно необходимость. Я считаю, что Ольгин сайт — это достаточно большой вклад для тех, кто ищет вопросы, ответы на свои вопросы, и там очень многое можно почерпнуть, почитать, очень много интересного. Возможно, если какие-то вопросы не сильно глубоко описаны, то у Ольги есть очень много рекомендаций по литературе, книгам интересным, в которых можно найти свои ответы на эти темы. Также я принимала участие в первом марафоне у Ольги. Марафон мне очень понравился, хотя тогда это было только начало, только еще все налаживали. И, ну, не совсем все было так отлажено, как сейчас. А на тот момент я была беременна и переделала столько дел, столько своих всяких начинаний, желаний исполнилось. Столько было реализовано в хобби каких-то новых, интересных. То, что я очень долго откладывала, никак ничем не могла заняться, но очень хотела. Меня это очень дисциплинировало, как-то собрало. Ну, сложно было достаточно там каждый день отчитываться, да. Это дает какую-то определенную ответственность. И иногда, когда, ну, немного устаешь, что эта ответственность напрягает, но, к сожалению, как бы на то это и такая система марафона, да, чтобы не расслабляться совсем. Да, возможно, сейчас есть много различных программ, с помощью которых ты можешь сам там контролировать себя как-то, писать какие-то отчеты. Но вот реализация марафона мне понравилась больше, потому что очень много там было интересного, может быть, тех вопросов, которые на тот момент я себе не задавала, они там стояли, и приходилось с ними тоже разбираться. И интересно все-таки было почитать, кто что делает тоже, посмотреть, кто как чего достигает. Даже некоторые вещи смотришь, думаешь, так я же тоже вот этого хотела, и тоже делаешь. И это очень нравится, это как-то, ну, движение в едином потоке, это тоже очень вдохновляет и воодушевляет. Всем тем, кто еще не знакомился с Ольгиными материалами, я желаю прочитать все, почитать ее книги и почерпнуть для себя именно то, что вам нужно. Да, во многих моментах в плане веры, может быть, православия, да, я не совсем согласна с Ольгой, да, ну, просто у нас тут разные точки зрения, я православная, хожу в православную церковь, и вот направленность немножко другой веры мне не очень нравится, но, в принципе, это ничуть не мешает ознакомливаться с другими материалами, которые не носят никакой наклонности вот именно в плане веры и ни к чему не принуждают, да, больше какой-то психологии, анализа отношений. Спасибо большое Ольге за ее вклад, за ее статьи, книги, марафоны. И хотелось бы, наверное, пожелать, чтобы действительно ее семья росла еще больше, и она дальше продолжала дарить девушкам, женщинам свое творчество с радостью и с улыбкой. Спасибо вам большое, что просмотрели мой видео обзор, и счастья всем!